Про армію та війну будемо говорити із офіцером Збройних сил України, блогером та волонтером Олексієм Петровим. Пане Олексій, вітаю вас. Доброго дня, студія. Зважаючи на ситуацію на фронті на сьогодні, всі ж слідкують, всі ж, це ж великий пульс всієї держави, всі соцмережі пишуть про це. Люди бачать, як воює українська армія, і останніми днями почали розповсюджуватись якісь такі, ну, скажімо, не дуже позитивні настрої, тому що десь українська армія полишає якийсь населений пункт, люди починають за це переживати, боятися, кажуть, що це зрада, як так, здали без бою і так далі. Але військові експерти зазначають, що це елементи ведення бою, що так повинно бути, що так воює українська армія. Чи могли б ви розповісти, в чому різниця між підходом до ведення бою російської армії і української, як вони воюють і як воюємо ми? Ну, дело в том, что мы сейчас на дворе 21 век и война 21 века. И мы все были свидетелями того, как российская армия пыталась воевать вот здесь, под Киевом, Черниговской области, когда они, собственно, парадным маршем по дорогам шли, попадали под удары нашей артиллерии, опять шли, опять попадали, ну, в общем, и так далее. Жизнь их научила, они сменили тактику, и теперь война стала более мобильной. Постоянные передвижения, постоянные перегруппировки. Российская армия, имея преимущество в артиллерии и в авиации, использует это преимущество. Украинская армия пытается передвижениями, своими маневрами нивелировать преимущество российской армии. В свою очередь наносит ответные удары, ну и так далее. И если вдруг украинская армия, вооруженные силы Украины, на каком-то одном участке фронта вынуждена была временно оставить какой-то населенный пункт, дабы избежать там либо удара во фланг, либо какого-то оперативного окружения, к этому нужно относиться нормально. И не надо закатывать истерики, особенно сидя на диванах, где-то вот там в районе Львовска, либо Ивано-Франковских областей, что вот вчера было так все бравурно, а сегодня уже не бравурно, и, дескать, мы чуть ли не все проиграли. Никто ничего не проиграл, и военным, которые находятся на передовой, нашему генеральному штабу, главнокомандующему вооруженными силами Украины Валерию Залужному видна вся картина, полностью и целиком. А люди часто и густо видят всего лишь какую-то маленькую часть, 1% общей картины, и иногда подвержены подобного рода истерикам. Зараз ми маємо інформацію про те, що в 50-60 кілометрах від кордону з Україною на півдні знову почали тягати свої залізяки білоруси. Там продовжується військове навчання, і поруч з Брестом в тому числі. Чи є загроза з південного напрямку, як ви, з північного, перепрошую, напрямку, як ви вважаєте? Тому що дуже сильно хвилювання про Київ особливим чином зараз розповсюджується. Ну, дело в том, что пока режим Лукашенко выполняет роль марионетки Кремля, безусловно, угроза со стороны Белоруссии, она есть и она будет существовать. Никуда мы от этого не денемся. Но, как я понимаю, Лукашенко начал свою игру, прекрасно понимая, что если он сунется в Украину своей армией, которая не имеет, по определению, не имеет боевого опыта, для него это будет иметь очень плохие последствия. Он пытается, знаете, как бы так и показать свою лояльность режиму, то есть Кремлю, и попытаться не влезть вот в этот капкан. Тем не менее, нужно держать ухо востро. Почему? Потому что мы не знаем, какие рычаги давления Путин применяет к тому же Лукашенко, чтобы он каким-то образом ввязался в эту войну, которую развязала Российская Федерация, тем самым сковав наши подразделения на северном направлении и где-то облегчил жизнь российским оккупантам. Но в данной ситуации, знаете, как есть поговорка, предупрежден, значит вооружен. И я более чем уверен, что у нас генеральный штаб отслеживает любые маломальско угрожающие белорусской армии. У Росії спостерігаються дуже дивні процеси останнім часом. Там приймають законодавство, яке передбачає довічне ув'язнення для людини, яка симпатизує Україні у цьому військовому конфлікті. Там збільшують призовний вік контрактників до 65 років. Я не уявляю собі, як воюватиме 65-річна людина у розгрузці броні, касці, пригаючи з танка. Все це разом з твоєю вагою ще там плюс 18-20 кілограмів. Це взагалі цікава історія. Ну, те, що їм мосінки видають, це давно відомий факт, а те, що вони стягують танки Т-62 зараз під Мелітополь. Про що вся оця гамма фактів свідчить? Невже там все так погано?
Ну, я слышал заявление многих, мною уважаемых экспертов и ребят, которые находятся ближе к линии фронта, чем я, что российская армия при всем своем, по всей своей военной мощи, она начинает выдыхаться. И вот то, что мы увидели танки Т-62, не пресловутые Т-90, арматы там еще какие-нибудь, а Т-62. Причем, обратите внимание, эти танки без динамичной защиты, то есть они будут прожигаться любым противотанковым средством. Эти танки точно без тепловизоров и так далее. Это лишнее подтверждение тому, что, скажем так, мощь российской армии, она не бесконечна. И они уже бросают в бой, бросают абы что. Наверное, скорее всего, где-то раскопав мемуары Георгия Константиновича Жукова, когда бросали советских солдат просто на пулеметы, заваливая телами советских солдат, то есть немецкие пулеметы. Наверное, скорее всего, будут действовать так же. И уже есть примеры тому, что наши ребята говорят, ну, мы просто не понимаем. Они просто прут, как дураки. Мы их жжем, танки жжем, они говорят, новые. Мы жжем, они новые. Говорят, уничтожаем живую силу, они прут. Говорят, ну, такое ощущение, как будто в 41-м году. Вот что-то похожее. Но, повторяюсь, российская мощь, она не бесконечна. И вот сейчас, наверное, вот эти летние месяцы, это будет, наверное, своего рода Рубикон. Либо мы выстоим и все-таки сломаем хребет этой кремлевской гидре, давайте будем называть вещи своими именами, либо, ну, все-таки про второй вариант думать не хочется, и я более чем уверен, что Украина выстоит, правда, заплатив колоссально чудовищную цену за ошибки, за прошлые ошибки наших политиков. І, наверное, в какой-то степени за свои ошибки. Ну, да, про помилки політиків зараз, можливо, таке трохи політичне питання вам задам. У Фейсбуці з'явився хештег «Не на часі», і там публікують різного роду матеріали, не критикуючи при цьому владу в пропозиції іншої політичної структури, просто аналізуючи дії конкретно української влади. І кажуть президенту, що при всіх його позитивах, довкола нього є певна команда, яка допускає ряд помилок. І далі наводять цитати конкретних депутатів, конкретних міністрів, конкретних чиновників, які глобально помилялися щодо оцінок ситуації перед війною і помиляються під час війни. Радять президенту звернути увагу на своє оточення. Тобто не пропонують, ось ми партія така, то давайте не хитають лодку, а просто кажуть, друзі, у вас там в офісі президента є люди, які помиляються, зверніть увагу на їх кваліфікацію. Чи нормальна така система взаємодії з владою зараз, як ви вважаєте? Чи потрібно за цим слідкувати? Ну, я більше, ніж уверен, що все-таки ж власті потрібно вказувати на її провіхи, на ошибки. Повторяюсь, потому что за эти ошибки мы платим не деньгами, мы платим самым дорогим, что есть у Украины, жизнями наших воинов. И вы же понимаете, солдата, офицера на 3D-принтере не распечатаешь. Это должно пройти время, чтобы человек вырос, чтобы человек обучился, ну и так далее. И я вот буквально некоторое время назад нашел фотографию еще в марте месяце под Бучей, за Бучей в сторону Бородянки. Мы когда ехали, нашли позиции российских артиллеристов. Там стоял дивизион Т-30 «Гаубиц». И вот лежала гора ящиков. И мы обратили внимание, что некоторые ящики были для нас непривычные. Они были, во-первых, пластиковые, и были такие наклейки о том, что государственный контракт, бла-бла-бла, 2019 год. То есть Российская Федерация изо всех сил в 2019, 2020, 2021 году готовилась к полномасштабной агрессии против Украины. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что у нас был такой министр обороны, как Андрей Таран. И, насколько я понимаю, за время его присутствие на таком высоком посту, ну, там, если были закуплены какие-то снаряды, то это, наверное, капля в море. Хотя тогда Украина должна была использовать время и готовиться ко всем возможным вызовам. Но чем занимался тогда Таран и Хомчак, вы помните, да, 24 августа, вернее, 22 августа, когда они приехали мерить каблучки у девушек, которые должны были маршировать по Хрещатику. Вот, пожалуйста, уровень ошибок власти. А ведь Тарана Зеленского, наверное, кто-то посоветовал. И, наверное, даже кто-то настаивал, чтобы все-таки президент Украины Владимир Зеленский утвердил, внес на рассмотрение Верховной Рады его кандидатуру. И кто-то, наверное, за него даже поручился. А вот теперь, за вот этот год его бездействия, я боюсь себе представить, сколько жизней украинская нация вынуждена будет положить. Вы все прекрасно помните, что 24 февраля, как оказалось, на складах нет ни бронежилетов, ни шлемов, ни всего остального. Сейчас волонтеры вынуждены снова выворачиваться наизнанку, дабы достать броники, каски, радиостанции, тепловизоры, и тащат уже не только со всей Европы, тащат уже со всего мира, а бы снова украинская армия
была оснащена всем необходимым. Это, честно говоря, оценка действий предыдущих министров обороны. Я не трогаю Алексея Резникова, потому что он получил это разбитое корыто, имеется в виду всю систему, которая была фактически порушена перед самым началом войны. Вопросы, очень огромные вопросы к сторону и его команде. Почули, пане Олексій, дякуємо за оцінки, коментарі. Офіцер Збройних сил України, блогер, волонтер Олексій Петров був з нами на зв'язку.